Сегодня в Москве глава республики Михаил Игнатьев встретился с председателем правления компании «СОГАЗ» Сергеем Ивановым. В Чувашии акционерное общество планирует реализовать ряд проектов. За столом переговоров зашла речь и о развитии страхового рынка. Дмитрий Ковалев сообщит подробности. Рабочая встреча главы республики и председателя правления компании «СОГАЗ» проходила в конференц-зале чувашского представительства в Москве. Михаил Игнатьев и Сергей Иванов наметили планы на ближайшую перспективу. Сейчас клиентами страхового общества являются 9 крупных организаций республики. Руководитель «СОГАЗ» отметил, что властям Чувашии удалось создать идеальный инвестиционный климат. Чебоксарский филиал федеральной компании вошел в тройку лидеров на региональном рынке. Сумма выплат с начала этого года увеличилась в 2,5 раза. Мы видим, что крупнейшие предприятия региона развиваются, а, соответственно, когда развивается экономика Чувашии, то и растет спрос на страховые услуги, безусловно, особенно те направления, в которых наша страховая группа сегодня лидирует. Это страхование имущества юридических лиц, страхование ответственности, строительно-монтажные риски и, самое главное, защита персонала. Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и так далее. И мы понимаем, что даже в кризис спрос на розничные страховые услуги, на страхование имущества, он все равно подрастает, потому что от того, какие вызовы сегодня существуют перед нашей экономикой, от этого, к сожалению, риски не меняются. Сейчас компания «СОГАЗ» планирует закрепиться на рынке жилищного строительства республики. В перспективе намерены войти и в сельские районы Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что в республике интерес к страхованию имущества увеличивается с каждым годом. В республике полисы оформили более 20% жителей. Со стороны органов власти мы создаем одинаковые, равные условия для конкуренции среди страховщиков, среди страховых компаний, чтобы было больше выбора у наших жителей Чувашской республики, у наших предпринимателей, у наших организаций. Почему я так говорю? Потому что бывают разные чрезвычайные ситуации. Вот засуха 2010 года, засуха 2011 года, пожары, где-то какие-то еще чрезвычайные происшествия. Нельзя собственнику постоянно перекладывать свои риски на бюджет, на государство. Намеченные планы скрепили подписями и печатями. Глава республики и председатель правления «СОГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет действовать весь следующий год. Все, добрый путь. На благо россиян, на благо Чувашии. Продолжаем дальше. Спасибо. Михаил Игнатьев пригласил руководителя страхового общества посетить республику с рабочим визитом. Сергей Иванов пообещал приехать в Чувашию уже в следующем году. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика, из Москвы.